Почти 200 воспитанников бывшего дома творчества поселка Искателей вынужденно сменили место занятий, ведь заниматься в холодных помещениях просто невозможно. Дело в том, что в этом году в учреждении заменили систему отопления, но вместо теплых учебных комнат воспитанники и педагоги получили обратный результат. Теперь температура в классах не поднимается выше 15 градусов. Кто виноват в проблеме? Материал Любови Пермяковой. На сегодняшний день у нас, видите, что происходит? Всем чуть-чуть теплые, да? Еле-еле, да. Педагог дополнительного образования Аэлита Майорова показывает новую систему отопления. Ее заменили в этом году. В итоге в помещение бывшего искательского дома творчества, где занимаются порядка 200 ребятишек, температура воздуха 12-13 градусов. Исправить халатность и обеспечить комфортные условия для занятий теперь большая проблема. В мае этого года дом детского творчества был реорганизован в центр дополнительного образования при Искательской школе. Тогда были проведены ремонтные работы. У нас были проблемы в тот момент, что у нас было отопление, которое позволяло старые батареи, они свищи на старых батареях образовались, и, в общем-то, у нас все время где-то подтекало. Оно у нас подтекало, но оно у нас хорошо работало. У нас было очень тепло, у нас было жарко, у нас дети занимались в гольфиках. По словам начальника административно-хозяйственного отдела 6-й школы Михаила Спиридонова, под руководством которого проходила замена системы отопления, подрядчики сделали все, что было в их силах. Мы меняли на те средства, которые у нас оставались. Мы там меняли в связи с чем? В связи с тем, то, что по верху шла обратка. И получается, там была горячая вода, и то есть там она уже была перемотана, как вы понимаете, нитками, всякими тряпками, а внизу занимались дети, то есть капала горячая вода. Но там было тепло, но это было небезопасно. Но когда крепили батареи, они допустили, там был гипсокартон, но гипсокартон был плохого качества, уже отсырел, получается, его пробили. А по контракту и по заключенному договору стоимость не входила. Там косметический ремонт и все такое. Действительно, следы проделанной ремонтной работы подрядчики оставили большие. Теперь, помимо чуть теплых батарей, в классах круглосуточная вентиляция. Но это не основная проблема низких температур, считают собственники здания администрации поселка Искателей. Я понимаю, что старая система, но нужно было делать точно такую же, как она была. Да. Они пошли по пути и сделали Ленинградку, так называемую. У нас, в поселке просто этого нельзя делать. Во-первых, грязная вода, вот. И своя система. У нас, скажем так, большая часть поселка — это еще отопление, а горячее водоснабжение — это берется из открытой системы. Вот. То есть давление прыгает. Из-за этого вот просто Ленинградка вот эта, она не работает. Нужно было просто по аналогии со старой трубу вытащил, ту же трубу поставил, все. Устранять недочеты администрация поселка Искателей отказывается. Говорит, в их бюджет не заложены средства на ремонтные работы. Об этом Николай Литвин заявил на заседании Общероссийского народного фронта, куда обратились отчаявшиеся сотрудники дополнительного образования. Но не мы же затеяли вот этот ремонт. Я еще раз повторяю, найдите того, кто затеивал этот ремонт. Почему он к нам не пришел? Почему он не спросил разрешения, не посоветовался, каким образом это сделать? Понимаете? В свою очередь, новые хозяева учреждения, дюцлидер, которому с октября этого года принадлежит бывший дом детского творчества, отказываются принимать помещение в таком техническом состоянии. И с юридической точки зрения не могут повлиять на недобросовестного подрядчика. Собственник здания – это администрация поселка Искателей в любом случае. В соответствии с договором здание должно быть передано в соответствующем состоянии. Если есть какие-то скрытые дефекты, по замечанию нашему, они должны быть устранены. То есть договор составлен в том плане, что действительно нам должно передаться соответствующее здание, отвечающее требованиям. По словам Андрея Федотова, все, что они могут сделать для своих подопечных, разместить их в разные помещения, которые принадлежат лидеру. Но это, по словам педагогов, вызовет неудобства как для сотрудников, так и воспитанников. Но выход из положения все-таки есть, считает фронтовик Вячеслав Сочнев. Сейчас главное не поиск виноватого, а в кратчайшие сроки обеспечить детям комфортные условия. Первый вариант – это собственник здания, то есть переделывает эту систему отопления. Раз. Второй вариант – это кому передали лидер,
делает, переделывает систему отопления в рамках того бюджета. Потом выходим на, мы можем тоже помочь выйти на губернатора, на собрание депутатов, и выкладывают деньги, то есть, и, то есть все. Что-то критическое. Да, то есть, самое быстрое, это один из таких вариантов, потому что другого. И, третий вариант, это в рамках договоров социально-экономического взаимодействия с нефтяными компаниями. Вопрос пока остается открытым, но уже на следующей неделе фронтовики вновь соберутся за круглым столом и надеются, к ним присоединится и подрядчик, который принес учреждению дополнительного образования столько дополнительных проблем. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».